Несмотря на то, что мы имели на игрока меньше, я думаю, что мы могли бы выиграть этот матч. Были хорошие контратаки. Жалко. Тренер говорил о том, что много у него претензий к судейству. Как вам казалось, насколько было объективно? Об этом уже нет смысла говорить. Сейчас, на данный момент, больше радости от того, что удалось сыграть с ничью, играть в 10-ром. Я повторюсь, есть небольшое разочарование, потому что могли выиграть. Ну, а настроение какое перед игрой с бывшей командой? Как, было приятно или неприятно играть на поле со своими бывшими? Да вы знаете, и в других командах у меня тоже много знакомых и друзей, так что обычная игра. Показалось, что Зенит был немного уставшим. Скорости было в первом тайме особенно. Ну, вы знаете, это нормально. Это уже не помню, какая игра к ряду. И понятное дело, что есть какая-то накапливается усталость. Но не это главное было. Вот у нас очень хороший состав. У нас много есть игроков, кем менять. И на это ссылаться тоже не хотелось бы. «Зенит» меньше стал контролировать мяч. У нас больше половина зон, больше контролировали мяч, потому что на игру игрока больше было. Тем не менее, Дани мог забить, Рыжков спас. Ну да, это потому что мы пошли все команды в атаку, там обрезали. Не обязательно.